Сегодня в Москве побит температурный рекорд 27-летней давности. Днем было почти плюс 3. Аномалию объясняют влиянием теплого атлантического циклона. В столичном регионе гололед и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Из-за этого объявили оранжевый предпоследний уровень опасности. По прогнозу, возможны очередные рекорды. Завтра и на следующей неделе температура выше 0 и дожди.